Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами 6 января 2017 года. И мы с вами начинаем утренний обзор валютного рынка для эффективной торговли. Со связью все хорошо. Переключаюсь на камеру. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулиген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, из офиса инвестиционной академии компании «Альпари». Мы с вами обсуждаем движение самых популярных активов в мире, это евро-доллар, фунт-доллар и фьючер-золото. И работаем мы по стратегии Last Kiss, которая первый раз презентовалась 25 сентября 2015 года и уже эту стратегию взяли на вооружение десятки тысяч трейдеров, которые переделали ее, а многие трейдеры пользуются ею в стандартном виде. Каждый месяц, самую последнюю субботу месяца мы проводим условно платный семинар, касающийся данной стратегии, и рассказываем а, в купе все секреты, которые используются в данной стратегии для того, чтобы определить коридор, правильно растянуть Фибоначчи, обращать внимание на рейтинговые а, коридоры и не обращать внимания на не рейтинговые коридоры. Вчера наши все а, три актива а, в середине дня показывали разворот а, против основных направляющих, но этот разворот не сработал, потому что основная направляющая, то есть главный коридорчик движется по всем активам пока что вверх. И в отличие от вчерашнего утра, 4 часовки сегодня по всем активам находятся уже в состоянии бай. Вот так вот резко меняется настроение на рынке. Если вчера 4 часовки находились под сел давлением, сегодня они уже перешли в зону бай. Но дневки продолжает оставаться в нисходящем давлении. Чтобы посмотреть, как это все происходит, я переключаюсь на экран, и вместе с вами мы обсудим все это. И по традиции хочу поздороваться со всеми и пожелать хорошего второго рабочего дня в 2017 году городу Кирову, Новосибирску, Бишкеку, Уфе, Уральску, Нижнему Новгороду, Караганде, Йошкар-Але, Москве, Тамбову, Гродно, Калининграду, доброе утро, Сочи, доброе утро, Максиму, доброе утро, Ульяновск и Ташкент, и Накити, доброе утро. Всем желаю хорошего продолжения дня. Это картинка вчерашнего дня, мы с вами ее видим сейчас на экране, да, на экране мы ее видим вроде бы, видим. Новосибирску, доброе утро. Видно обман, который происходил ну, в течение вчерашнего дня. И я вам поставлю сюда точку, где мы последний раз встречались. Последний раз мы с вами встречались вот здесь. Это было в 12.30 вчерашнего времени. Вот она, эта точка. По фунт-доллару вчера был обман. Вот он, самый высокий парень вчерашнего дня. Движение вниз, но основной коридор смотрел вверх. Последний раз мы с вами встречались вот здесь. Это было в 12.30. 30. Вот здесь мы с вами последний раз встречались. Вот. И по золоту вчера обмана не было, но собиралась тоже, собирался тоже закрываться. Ласткис, вот этот белый, 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 подошел, щелкнул коридор, но клозы, слава богу, не закрыл и продолжил движение. Последний раз мы с вами встречались в 12.30 вчерашнего времени. Вот здесь. Да, вот здесь, 12.30. По основным коридорам все эти три актива все эти три актива а, стояли вверх. Стояли вверх. Были а, краткосрочные, противошерстные, как вы уже помните из ранних семинаров, а, селы. Это внутри сегодняшнего дня. Которые закрылись стоп-лоссом и автоматически открыли тему бая в наручниках. То есть не пострадал тот человек, который работал вчера внутри дня, он действовал вот по такой схеме. Мы с вами эту схему знаем. То есть он наблюдал сигнал SEL для себя, получил один единственный стоп-лосс на 76 и сейчас он находится в состоянии buy вместе с нами. Вот так он находится в состоянии buy, уже а, увидел прокол 161, поэтому двигается к своей какой-то там другой цели. То есть вот так вот работают наручники, получаем один стоп-лосс, выходим с обратной стороны и продолжаем уже покупать. Именно в этом и есть секрет трейдинга, что не нужно стоять уперто в бай, когда рынок уже развивается sell, и не нужно стоять уперто в sell, когда рынок уже развивается в buy. Попробовали sell, не получилось, теперь buy. Как в жизни, как в жизни. В жизни то же самое, то есть, если мы что-то пробуем, у нас не получается, мы это бросаем и начинаем пробовать другое, то что у нас лучше получается. Вот. Поэтому попробовали сел. Нету сел, выключились по 76, вышли. Теперь в бай. Следующая валютная пара, по которой тоже можно было пострадать в течение дня, но при правильной дисциплине там все хорошо. Вот он, вчерашний обман. Это sell внутри вчерашнего дня. Здесь один-единственный стоп-лосс. Больше выхода не было. Выход с обратной стороны. И теперь этот трейдер, который вчера продавал в 12.30, он уже покупает. Он видит прокол 161 и двигается к своему 423. Куда-то вот сюда он сейчас двигается. Вчерашние Фибоначчи уберу, оставлю основные Фибоначчи и прищуря глаз, давайте посмотрим на них еще раз. Так, прищуриваемся по евро-доллару, да? По евро-доллару. Когда-то, еще какого числа это получилось? 20 декабря мы с вами определились, что это самый низкий парень на деревне. И какого числа? 22 декабря произошел 100% возврат. Это был импульсный коридор, то есть отсюда развивался разноцветный импульс, который устраивал новый лоу. 22 декабря мы щелкнули стопроцентный возврат. И клозами мы ниже этой цены уже не закрывались. То есть этот коридорчик до сих пор работает. Почему? Потому что у него не было касания 261 в большой кенгуру. Малый кенгуру, напомню, уже забирал свой тейк профит. Малый кенгуру был внутри большого, и он забирал свой тейк профит тютелька в тютельку. Поэтому мы не дополучили тейк профит от большого кенгуру, потому что в этот момент маленький кенгуру ну, покушал и все. И сказал, ребята, я побежал дальше. После получения take profit актив возвращается, сносит стоп-лосс вот этого терпеливого трейдера. Далее не показывает сигнала в sell, вновь выходит и продолжает движение. Со вчерашнего дня, вот в этом промежутке времени, мы встречались на фиолетовой линии, мы продолжали покупать. Почему? Потому что мы дисциплинированные трейдеры и будем ориентироваться на удлинение ну как бы позиции и в данный момент нам уже помогает евро доллар 4 часовка потому что евро доллар 4 часовка вновь выходит согласно трендовой косой линии на второй этаж находится выше 161 уровня и цель у нее есть согласно последнего импульса 4х часовка выглядит таким образом нужно просто спросить какой лоу белой свечи был самый низкий лоу белой свечи был самый низкий вот этот Клозом мы пробивали лоу этой белой свечи? Нет, не пробивали. Значит, вот этот последний импульс будет руководить движением евро-доллара по четырехчасовке. По четырехчасовке. Мы не видели там 261, мы не видели клоза ниже а -а -а, фиолетовой линии, но мы видим интересное событие. Внутри этого рейнджа есть малый наклон. Это Для меня это лично очень хорошо, потому что этот малый наклон говорит, что я все-таки похож на рейнджа, но я не рейндж, а малый восходящий тренд. И я вчера перепрыгнул на другой этаж, но по дороге я встретил вот этих ребят. То есть это прошлые накопления, которые были тоже в этом же градусе. И евро-доллар их по дороге вчера встретил. Наша основная задача выпрыгнуть еще немножко дальше к нашему тейк профиту, чтобы и запрыгнуть, и, ну, как бы согласно косового уровня тоже вверх. Но Согласно горизонтального уровня, евро-доллар вчера ранним утром находился в состоянии sell, вот здесь мы с вами встречались, то во второй половине дня евро-доллар согласно горизонтального уровня по 4 часовке выпрыгнул уже в buy. Поэтому никто ему не запрещает развивать новые события. И тем более здесь есть а, такой революционный ласкис. То есть, грубо говоря, если у нас есть вот такая наклонная линия, а кто клозом пробивал эту наклонную линию, обратите внимание, вот, клозом пробивал эту наклонную линию, во-первых, одноцвет, во-вторых, импульс. Ну, то есть я всегда смотрю еще на косые пробитие клозов. То есть это одноцвет. Выглядит он вот таким образом, вышел уже и двигается дальше 161 уровня. Но и через некоторое время он клозом закрыл еще и импульсный коридор, который пробивал косой тренд. То есть это... Uh, ну, малый коридорчик с малыми целями, ну и большая цель по четырехчасовке тоже уже пробита. То есть мы ушли выше хая, черные свечи 4-часовки, от которой мы устраивали на самом деле настоящий лоу. Вот он, настоящий лоу без клоза, он был ниже, чем вот это. И он является инициатором uh, сильнейшего импульса, который шел вниз. Мы ушли клозами выше него. То есть это по четырехчасовке очень хороший сигнал. Поэтому четырехчасовка помогает верить в то, что мы доберемся сегодня до нашего тейп-профита. Это настоящий импульс без клозов в сотке. Цель на сегодня нам зафиксировать прибыль вот здесь. Это совсем недалеко. Это 0,672. Это четырехчасовка. Это Она поддерживает своего младшего братишку-часовочку. То есть они уже вдвоем кушают э, на верхнем поле, где травка посвежее, и э, ни в коем случае они не хотят возвращаться пока что на нижнее поле. Если смотреть евро-доллар-дневку, то евро-доллар-дневка, согласно последней дуги, выключает 76-й, таким образом закрывает временно, временно, здесь самое ключевое слово временно, закрывает временно тему села. Почему временно? Потому что дневочка будет считаться разворотной только после пробития нулевого уровня вот этого. А может быть даже вот этого. Почему? Потому что отсюда начинался импульс, который устраивал новый лоу. И для меня лично, ну и по всем правилам, то есть изменение последнего хая, который устраивал последний лоу, и есть разворот. По дневочке пока что этого не происходит. Но, согласно нашей стратегии, селы отсутствуют при получении 76 уровня Fibonacci в последней ноге. То есть, вот эта вот вчерашняя дневочка просто сказала, «Ребята, я временно закрываю тему села на дневном графике, но я еще не баевская. Я просто ее прикрываю, и, вот как женщины говорят, я помолчу. Я помолчу немножко, полчаса, а потом через полчаса опять начну. Так вот, дневка может в любой момент начать заново вот здесь». И ну, со сковородкой добежать вот до 261 уровня. Дневочка пока что еще не в бае. Просто молчит временно. И вот в этом временном молчании, естественно, мы хотим дополучить свой тейк-профит в импульсном коридоре. Напомню, по евро-доллару мы уже получили всякие разные тейк-профит. Мы уже просто вытягиваемся. Поэтому, смотрите, основной ласкис это есть это, и больше никто. Именно от основного ласткиса будут э, соответствовать все остальные уровни остановки по евро-доллару. И обратите внимание, что мы вчера делаем. То есть мы это делали один раз, мы это делаем второй раз. Этот уровень совпадает просто со 161, по-моему, по, по 4-часовочке. Но основной ласткиз это вот этот парень. Все остальные вытяжки, вытяжки они, ну, да, вот в данном случае вот здесь вот достигает тейк профита, в данном случае вот здесь мы хотим вытянуться, еще пока что не видели, они не обязаны ходить к своим 261, поэтому после ласкиса по часовочке моя бабушка, которая не хочет усложнять видение данной стратегии, переходит на четырехчасовку и вытягивается на парня в адидасовском костюме, но только в более крупном графике. Вытянулась она здесь и получила она тейк профит еще и вот здесь. Все, теперь она, получается, вытяжку она не использует. Почему? Потому что вытяжка это не рейтинговый коридор. Смотрит на дневочку и просто спокойненько растягивает евро-доллара на дневочку. К примеру, вот таким образом. Но а, здесь по дневочке главнее является вот этот вот ласкиз. Почему? Потому что его лоу белой свечи мы еще не перепоцеловывали. Поэтому состояние у дневочки, ну, сейчас все равно баевская. И выглядит она вот таким образом. Смотрите, предварительная чувствительность, откат, выход, take profit. Видите? То есть по дневке был всего один стоп-лосс, далее выход и сразу take profit 261. Окей, okay, поэтому вот эта вот вторая, она не является ласкисом, она является двоюродным братом, но после полученного take profit Uh, в данный момент командует парадом уже дневной вот такой вот uh, коридорчик. Выход с проколом 161, цель евро-доллара подневки добраться до 0.955. Поняли, да, как работает моя бабуля? Сначала она использует одноцвет по часовке, потом одноцвет по четырех часовке, вот этот. Потом одноцвет по дневке, и в нем она тоже имела uh, take profit после одного стоп-лосса. Вот. Ну и, скорее всего, скоро будет вытягиваться по одноцвету по недельке. Не использует э, вытяжку, потому что вытяжка не обязана ходить к своему 261, потому что она э, не является рейтинговым коридором. Кто был на условно-платных семинарах, тот об этом знает. Маленькая рекламная пауза. У нас с вами 28 января состоится очередной условно-платный семинар для новичков. Для тех, кто хочет все-таки до конца взять эту стратегию на выражение и в 2017 году торговать спокойно, хладнокровно, без паники. Я вас приглашаю 28 января на семинарчик, который состоится в субботу, в 10.00 по Москве, в теплых тапочках, в халатиках мы будем смотреть этот семинар из дома. Почему провожу по субботам? Потому что эти семинары ранее проводились на этом по пятницам, по четвергам, и многие люди не могли присутствовать. На дневке не было стопа, говорит Владимир. На дневке не было стопа. Не было стопа. То есть на дневке просто вышел. Предварительная чувствительность, вышел и тейк. Там стопа не было. Но я имею в виду, что после вот этого тейка, ну, как бы второй раз использовать тот же самый коридор в бай, а, ну, по данной стратегии не применяется. То есть он сразу автоматически отправляется на пенсию. То есть предварительная чувствительность вышел, тейк, все, он на пенсии. После него мы опять летим и обновляем лоу, но мы не являемся ласкисом оригиналом, но мы обновляем лоу. Семинар не платный, он бесплатный, абсолютно бесплатный. Но для того, чтобы попасть на этот семинар, нужно открыть счет в компании Альпари на 1000 долларов и выше. Ну для чего это? Это для того, чтобы если мы сейчас смотрим, сидим обзоры, то мы находимся в компании Альпари. Значит, мы должны являться клиентами компании Альпари. Если интересны семинары другого брокера, к примеру, Адуванчик Трейдер, то нужно открывать счет в Адуванчик Трейдере и смотреть семинары Адуванчик Трейдера, к примеру, компании. Вот. Поэтому семинар является условно платным. Он абсолютно бесплатный. Открыли счет, посмотрели секреты, если не нравится Альпари, вывели деньги, пошли к другому трейдеру, к этому брокеру. Если нравится Альпари, у которого самые лучшие условия, с которыми я сотрудничаю с 2006 года, и работая ну, в разных других брокерах, условия здесь очень хорошие на самом деле. 0.01, горящий стоп-лосс можно выключать, минимальные спреды, и, ну и вообще, не знаю, какой еще нужен плюс. И максимально быстрый вывод денежных средств. Это не реклама, это просто, ну как сказать, из опыта. Почему я выбрал Альпари? Потому что нажимаешь на кнопочку, деньги вылетают сразу на карточку. Бомс. Тем более сейчас новые условия. Комиссия составляет всего 2 евро, если вы пользуетесь виза картой. Окей, okay, следующая валютная пара это фунт доллар. Фунт доллар прищуренным глазом у нас выглядит вот таким образом, то есть глубже вот этого лоу у нас никого не было. На 261 мы еще пока не были, поэтому мы продолжаем путь. Почему фунт доллар откатывает? Потому что он реагирует на всякие разные четырехчасовые уровни. В данный момент закрывается тейк профит по четырехчасовке по линейному графику. Давайте увеличим линейный график и спросим у линейного графика. А кто самый низкий парень на четырехчасовке по линейному графику? Прилепим Fibonacci острие в острие. И с точностью до пункта мы получим там take profit. Выглядит это вот таким образом. Дун-дун-дун два раза подтвердил, что тейк профит нужно забирать на линейном графике по 4 часовке. Но это не говорит о том, что движение buy закончено. Это говорит о том, что мы просто встретили очередной а, уровень, на котором фунт-доллар будет откатывать. А это всякие линейные, свечные, четырехчасовые, дневные, недельные и так далее. Они мешаются. Ну, вот, сейчас я просто комментирую, почему фунд-доллар остановился. Потому что многие трейдеры не могут прокомментировать, почему остановился фунт доллар Он остановился на своем 261 от линейного графика, острие в острие по четырехчасовому графику. И сделал это он очень точно. Почему? Потому что э в долларах, конечно. В, ну, просто взял доллар и пополнил. Евро я не пользуюсь, потому что Европа далеко, Наталья. Ну, как бы, я, я вам честно признаюсь, я даже евро в руках не держал. Я видел, как и э, евро в руках держат мои друзья, которые приезжают с Германии, из Бельгии. Там. Но я их в руках никогда не держал. Какие они? Интересно. Окей. Okay. Остановочка произошла на фунт-долларе на четырехчасовом часовом графике, но фундоллар дню, ну, часовочка наша продолжает. Ситуация поменялась со вчерашнего утра. То есть, если мы находились в зоне села вчера по четырехчасовому, то сейчас мы уже находимся в чистой зоне бая. Выпрыгнули, во-первых, согласно косового тренда, мы выпрыгнули на второй этаж. Во-вторых, мы выпрыгнули выше предыдущего хая своими клозами. Ну и в-третьих, мы выпрыгнули вот выше даже вот этой линии, вот этой, которая указывала нам на последнюю дугу дотягивания до 261. И вот мы клозами запрыгнули выше нее. Вот. Но самое главное мы сделали по четырехчасовке. То, что мы развили букву «И». У трейдеров есть шутка «торгуй после буквы «И». Вы это знаете. И нам требуется четыре точки. Это «LOW» каждый следующий хай выше. Каждый следующий лоу выше предыдущего и каждый следующий хай выше предыдущего. Буква И нарисовалась, значит можно торговать уже вверх по 4 часовочке. Окей. Okay. Продолжаем держать фунт доллара до основной цели. Напомню, что фунт доллар по линейному за отдал тейк профит, а вот по свечному он еще не отдавал, поэтому вместе с отдачей свечного тейк профита он как раз таки пойдет и на тейк профит часовки. И там мы просто похлопаем в ладоши и скажем, наконец-то мы закрыли коридор терпения, который, в принципе, ожидали там, с момента пробития сотого уровня. Не попал. Деньги положил в конце, в конце декабря. Нет, конечно, Борис, в конце декабря деньги ложить нельзя было, потому что условия нужно в начале месяца открывать на декабрь. То есть это здесь не, как сказать, не решается вот так, а это автоматически решается. То есть автомат видит пополнение, он их принимает до самого, там, к примеру, семинар 28-го, он их до самого 27-го принимает. И даже до 28-го, если вы успеваете нажать зеленую кнопочку. То есть это все автоматически происходит. Теперь автомат уже, ну как бы не обманешь, и автомату взятку не дашь. То есть не скажешь, что вот Борис был, в декабре можно посмотреть, автомат скажет, я ничего не знаю, в январе нажимаете на кнопочку. В январе на кнопочку нажимаем, он говорит, в январе пополнений не было и выкидывает нас. Да что ты будешь делать? Ну ладно. Это все, знаете, Борис, сделано для того, чтобы ну, никто не производил каких-то коррупционных действий, кого-то куда-то. Вот в ГАИ было бы так. В ГАИ было бы так. Остановился просто, ну, реально, останавливает тебе компьютер и говорит, превышение и спускает колеса, накачаю только в случае штрафа. Все, штраф закидываешь, он колеса накачивает дальше ей. И тогда люди не будут нарушать, потому что ну, постоянно спускать колеса это тоже неприятно, когда опаздываешь на работу. Где можно почитать про ваши стратегии? Ну, лет через 20 можно это прочитать в какой-нибудь энциклопедии. А сейчас можно в Ютубе ознакомиться с данной стратегией. В Ютубе. То есть открывайте YouTube и просматривайте. Окей, okay, следующая валютная пара – это золото. Золото продолжает движение. Фиолетовое – это наша с вами последняя встреча. А зачем я эти фиолетовые поставил? -то, кстати, а, ну, для чего я их поставил, эти фиолетовые, я сейчас вам покажу. Дело в том, что когда мы с вами последний раз встречались по евро-доллару, вот здесь, когда мы с вами последний раз встречались по фунту вот здесь вот на фиолетовой. с этих пор была рекомендация бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай и вот фунт доллар в данном состоянии находится ну, 90 пунктов а был он на 130 пунктов а для ежедневной торговли это хорошо евро доллар с момента последней встречи тоже бегал 120 пунктов в данный момент он имеет прибыль 90 пунктов, а для ежедневной торговли это хорошо. И золото с момента последней встречи убежало наверх аж тоже на 120 пунктов. В данный момент находится в прибыли 69-70 пунктов для внутридневной торговли. Это очень хорошо. Это такой маленький намек для тех, кто ну, как бы, был вчера в бае, к примеру. Ну, в принципе, можно зафиксировать бай и, ну, и сказать, ну, мне в принципе 100 пунктов в день это выше крыши выше крыш а, то есть и хотел здесь еще подчеркнуть динамику после новогоднюю то есть хорошо бегает евро доллар хорошо бегает фунт доллар и так далее и так далее ну и давайте вернемся к нашим а, любимой девочке в золото это девочка или мальчик золото ну обычно золото называют а, дочек мальчиков редко называют золото а их обычно называют как-нибудь кремень да поэтому золото пусть будет девочкой золото пусть будет девочка а, двигается смотрите опять таки здесь если позвать мою бабушку то она просто скажет ну что тут непонятного внучок она иногда мне вот так говорит а, ну как будто бы не я ее учу а она меня учит вот он одноцвет по часовочке он был на своем тейке да был все вытягиваемся на а, одноцвет по четырех часовочке. то есть есть у нас такое правило двигайся от одного периода до другого. И вот, вот этот одноцвет по четырехчасовочке, он тоже был уже на 261. -м. То есть он тоже никому ничего не нужен. Давайте просто посчитаем количество стоп-лоссов вот, в одноцвете по четырехчасовке. Предварительная чувствительность есть? Да. Недисциплинированный трейдер здесь попал? Да, попал. А дисциплинированный трейдер сохранил капитал? Да. На чем попал недисциплинированный трейдер? На том, что у него у недисциплинированного всегда стоят отложенники на сотом уровне. Вот вчера ко мне один пришел, говорит, вы знаете, у меня там в одном коридоре было 38 стоп-лоссов. Я говорю, а как так? Ну, я везде отложенники ставил на сотом уровне и на нулевочке. Ну, правильно, потому что он цепляет, отходит, цепляет. Вот здесь, если отложенниками работать, два стоп-лосса. Отложник стоп, отложник стоп. Поэтому и была создана стратегия, в которой было написано только после клоза. Вот, поэтому нету входа, дисциплина, нету входа, дисциплина, вышел вход, ну, добавился. Можно улучшить позицию на сотом уровне, потому что здесь ну, не так выгодная цена. Он к соточке приспускается, и при касании соточки улучшаемся и забираем свой тейк. Окей, теперь что делать у бабушки, я спрашиваю, ну, получил я тейк-профит по 4 часов, что делать? Ну, вытяни, вытянись на дневку. Ну, что тут непонятного, бабуля мне говорит. И я вот сегодня просто вытянулся вот так на дневочке и говорю, ну, слушай, бабуля, ты монстр. Почему? Потому что здесь тоже есть предварительная чувствительность, откат, пробитие и тейк будет у нас на 12.27 по дневочке. Нисходящего тренда подневки нету, какой бы он там ни был, замедляющийся, ускоряющийся, его уже нету там, да. Вот, поэтому картинка подневочки выглядит вот таким образом. Все это произошло поэтапно. Забрали тейк по часовке, забрали тейк по 4 -часовке, забирать будем тейк подневки. А потом вытянемся еще и по Вот Через некоторое время, там, после тейка, вот так как вытянемся мы вот таким образом. Вот, и где-нибудь к 2025 году получим тейк-профит 1670. Но мы его получим. При одном условии, смотрите, здесь есть одно условие, если не будет клозов ниже сотого уровня, мы в любом случае получим вот это. Вот это самый основной секрет данной стратегии. Мы в любом случае будем на 16.70, если у нас не будет клозов ниже 11.31. Вот и все. Вот и вы можете для себя делать такую аналитику по минуткам, по пяти минуткам, по 15 минуткам. Потому что пока мы дождемся тейка по недельке, ну, грубо говоря, жизнь кончится, потому что жизнь короткая, она длится всего 100 лет, а за 100 лет цена может, ну, в принципе, на рынке, ну, как бы не дойти до 261 Fibonacci от месячного графика, если, ну, месячный график растянут там, не знаю, на полторы тысячи пунктов. Ну, грубо говоря. Я к чему это говорю? Потому что многие трейдеры используют жесткий money management, и они абсолютно они на рынке находятся в абсолютной безопасности. Почему в абсолютной безопасности? Потому что рынок не сходит столько пунктов, сколько у них депозит. Я думаю, это понятно. Это золото, это какая это валютная пара? Это золото. Спросила Светлана, и Богдан ей ответил, что это золото. Разобрались. Теперь давайте по нашим активам пройдемся, которые двигаются. Вот это, это нефть. Она двигается у нас вверх, но краткосрочно она, согласно Ласкиса, находится по часовке в цели. Но для нефти часовка это как пыль для моряка. То есть, грубо говоря, он просто часовку не замечает. Нефть. Еще раз повторюсь, что нефть в основном коридоре двигается в бае, то есть неделька в бае, дневка в бае находится, но краткосрочно нефть имеет вот такую картину. Есть ласкиз, есть выход с пробитием 161, ну да, значит двигаемся на 423. Почему я эту часовку оставляю, потому что если, ну как бы мы имеем основное направление в бай по нефти по недельке, это не говорит о том, что мы не можем цеплять стоп-лоссы 76. То есть мы можем пойти к 76, потом опять выйти. И в тот момент, когда мы идем к 76, мы будем закрывать тейки по часовому графику. Это нефть. Российский рубль тоже находится в, по часовому графику в Бае, ну, в таком в Баевском состоянии, но э, по основному графику российский рубль находится в цели. Почему? Потому что он находится ниже дневного уровня и э, подошел к пробитию недельного уровня. Об этом мы с вами говорили. Но краткосрочные такие внутридневные у российского рубля уже был последний импульс и возврат на 100%. То есть это игнорировать нельзя а для тех трейдеров, которые внутри дня пытаются заработать. Но этот бай по российскому рублю не поддерживает ни четырехчасовка, ни дневка, ни неделька того же самого российского рубля. Он самостоятельный. Он самостоятельный. Бай вот и самостоятельный сел по часовке по нефти, которого тоже никто не поддерживает. Никто не поддерживает. Окей. Okay. Наши любимые валютные пары доллар-канадец приходит к своему 161 согласно ну, своих растяжений импульсных. То есть на, начали мы доллар-канадец продавать вот здесь, потом вытянулись, потом вытянулись до импульса. В итоге мы вытянулись до импульса по 4 часовке, находимся мы на 161. То есть все это время мы рассматривали канадца как падающую валюту и э, пропорция развивалась согласно следующим вытяжкам. По доллар канадцу был вчера тоже обман, как и по всем валютным парам. То есть вот здесь доллар канадец указывал нам самого низкого парня. Якобы он собирается вверх, но дисциплинированный трейдер после получения стоп-лосса на 7.6 уже не делал бай, а начинал делать целый. То есть, грубо говоря, по доллар канадцу даже тот, кто работал во вчерашнем лоскисе, он уже в цели, согласно наручников согласно Ручек. Спасибо, Наталья, что подсказали. Я вот в этом чате писать не могу, что интересно. Я, я печатаю, а он не печатает. Вот Австралийский доллар достиг своего 161 Все это время мы австралийца доллара смотрели как растущую валюту австралийца по отношению к доллару. Вот, он достиг 161 по 4 часовому графику. А этот кто? Канадец у нас тоже достиг 161 по 4 часовому графику. Я почему прищурил глаз, чтобы было понятно, что это действительно импульс последний. То есть здесь есть вот короткий импульс, а это уже такой, ну, по длине. А есть еще вот большой импульс. То есть когда мы по австралийцу... по доллар канадцу доберемся вот до сюда, то это будет окончательным подтверждением села. Почему? Потому что в тот момент как раз-таки дневка развернется. Видите, пока дневка не развернулась, для меня нету сэлов, баев и так далее, и так далее. Я их вижу просто как самостоятельные. Как самосто... То есть часовка и четырехчасовка как будто бы это дети дневки. И если часовка идет 261, то родители просто смотрят и говорят, ну родители кто? Дневка, неделька, там еще дедушка есть, месячный э, график. Они просто смотрят и говорят, смотри, как пошел, смотри-ка, а он бах и упал. Все. И когда он падает, они его подхватывают и несут туда, куда им нужно. А куда часовочка идет, обычно нас не волнует. Обычно ребенок может идти на край балкона, там, не знаю, или куда-то еще, куда нельзя ходить. Поэтому вот часовочка, она сейчас самостоятельно двигается без поддержки дневного настоящего разворота. Это кто у нас? Это доллар канадец достиг 160. Австралиец доллар достиг 161. Новозеландец доллар пробил 161 по четырехчасовке. То есть они все в, бай, в баевском состоянии. То есть доллар что делает? Доллар. Доллар дешевеет. На долларах пара все-таки ориентируюсь на индекс dx Да. Ну, ну правильно. Правильно делаете. Только как этот ориентир происходит, Роман, я до сих пор не могу понять. Ну, дернулся DX. И куда дернулся? Вверх. Ну, поздно уже, потому что и в этот момент евро-доллар тоже уже дернулся. Ну, как? Ну, можно просто параллельно смотреть, куда они идут. А вот есть такие валютные пары, я не помню, которые там дернутся куда-то, а потом через 5 минут их братья дергаются. Ну, это обычно еновские так делают. Ну, к примеру, доллар-иена дернулся, а там через полчаса фунт иена пошел туда же, куда и доллар-иена. Разобрались. Фунт иена двигается к своей цели, то есть он в бае никуда не собирался. Прищуренным глазом мы видим, что фунт иена рос, показал самую максимальную точку, вернулся на 100% и без касания сотого уровня развивает пропорцию фибоначчи вниз. Здесь требуется только, только это, что требуется. Терпение. Все. Терпим, ждем 140 исполнения по фунт иене. Оно будет в любом случае, если не будет клоза выше сотого уровня. То есть вы своим друзьям всегда можете говорить вот так. Фунт иена в любом случае будет на 140-310, если он не запрыгнет выше 148-44. И вот попробуй угадать, можно продавать или нельзя. Да, конечно, можно. Со стоп-лоссом на 148-44. Примерно. Ну и Доллар-иена здесь законодатель, он достиг своего тейк-профита, видите, запоздание. То есть доллар-иена достиг, а фунт иена ну, стоит на месте. А доллар-иена просто, просто молниеносно вчера побежал. И сегодня ранним утром. А почему ранним утром? Опять давайте разберемся. Почему доллар-иена закрывает тейки ранним утром? А потому что э, утром как раз-таки японская сессия. Вот там, я когда работал по доллар-иене, я замечал, что доллар-иена она по утрам добивает тейки. По утрам. Правильно говорит. Нет, Роман, хорошее наблюдение. Просто я тоже так раньше работал, но это не дает точного входа, ну, то есть технического. Это просто дает. Он как индикатор, как фильтр, который просто, а вот все DX и вверх пошел, все, все, все. А вот вижу, по евро-доллару доллар тоже вверх пошел, к примеру. Но, ну, ну, поняли, да, Роман? Вот он, доллар-иена. Он законодатель движения иеноподобных, он достиг своего 261 в самом высоком парне. И что он сделал доллар-иена? Он, смотрите, у него сработало возвращение Будулая в свою привычную трендовую линию. Вот так вот. То есть, у него развивалась трендовая линия, он ее пробил. Якобы можно, я посмотрю, что там на крыше. Да, можно. И когда он вернулся, а возврат в фиолетовый есть мощный сигнал. Он вернулся до своего 260. -го. Первого. Да, просто как дополнительный ориентир, говорит Роман, и это правильно. Поэтому у трейдера, я раньше не понимал, зачем у него там 9-10 экранов. Он просто на одном экране смотрит DXE, на втором экране он смотрит YouTube, на третьем он TNT смотрит, на четвертом еще что-то. Поэтому у него там 8-9 экранов у настоящего трейдера. Вот. Для того, чтобы дополнительно смотреть, куда двигаются индексы, а на доллар индексы. Основные, которые ему нужны, так, доллар-иена достиг, поэтому от доллар иены мы ничего не просим. И по бабушкиному рецепту просто передвигаемся на 4-часовку. Увидим, что 4-часовка тоже достигла своего take профита И по доллар-иене мы смотрим на дневочку. И на дневочке мы видим. Вот такое замечательное событие, что пока что сел еще не начался. Ну, согласно данной стратегии, мы уже умеем пользоваться. Вот так вот. Сел начнется после 114 725. Для чего я это говорю? Иногда бывает передышка. Забрали по часовке, тейк-профит чуть-чуть подождали. Раз, и по четырехчасовке появился вход. Поэтому забрали take profit по часовке и четырехчасовке, Чуть-чуть ждем, ждем пробития дневочки и уходим вот сюда куда-нибудь. Разобрать. И доллар франк двигается. Вот если иена отдала тейк, то доллар франк согласно последнего импульса выходит, не касается 76-го, хорошо чувствует 161-й, хорошо чувствует сотый уровень и двигается к своему 261-му. То есть нет у доллар франка пока что этого бая. Вчера во второй половине дня все валюты показывали обман. То есть все валюты во второй половине дня говорили, я разворачиваюсь в Ласкисе. Но этот Ласкис был необоснованный. Почему? Потому что мы с вами знаем, что 161 обычно не используются для разворотов. Не знаю почему. Магическое число говорит, что 161 используется для того, чтобы сходить на соточку, там добавиться и идти к 261. -ому. Вот мы эту картинку вчера увидели. 161, ласткис, опа, по дороге сотку встретили авторитетный парень, извините, что я хотел разворачиваться, бах, и пошел дальше. И это произошло одинаково по всем валютным парам. Ситуация на сегодня, если мы торгуем вверх и боимся что актив пойдет вниз это коридор опасности в котором в принципе ну можно ну, выключить позицию там уйти с рынка с прибылью да? А фундо, это евро доллар это фунд доллар опасность то есть ну, я просто беру последний одноцвет и на на одном из экранов ну, для себя ставлю пометку что после 2317 ну, начнутся какие-то подозрения по поводу бая вот. И у золота есть то же самое. Вчерашний 1 цвет. Если я увижу клоуз ниже 11.70, у меня начнутся подозрения по поводу бая. Пока что этих подозрений нету, поэтому просто как индикатор, как Роман говорит, просто для ориентира 11.70. Если я клозом не возьму, значит уверенный бай. Если 23.17 клозом не возьму, значит уверенный бай. И если я не возьму клозом 04.82, значит уверенный бай. Я с вами прощаюсь на 6 часов резюме на экран бьем по старым коридорам хотя они не обязаны ничего там отдавать еще раз напомню почему потому что они вытянутые коридоры вот четырех часовка отдала тейк часовка отдала дневка собирается ну, дневка находится в состоянии бай так вот. вот таким образом поэтому если кто-то там держит свои тейки то держим по импульсу по часовке а sell контролируем вот этой вот, ценой, вот этой ценой. Сейчас резюме верну на экран, чтобы было понятно. Уже растянулся график. А, вот он наш неосуществившийся пока что take. Это последний импульс с хорошей чувствительностью нулевого уровня. Мы там не были на 261 уровне. Раз. Раз. Мы там еще пока что не были. Вот. Можем быть сегодня. Раз пока фунт-доллар все этот коридорчик разрисован там осталось там он, он там несколько пунктов не добил напомню почему потому что он остановился на линейном по 4 часовке на линейном по 4 часовке остановился поэтому он не дает нам ну как бы закрыть видите на линейном и не добил на нашу часовочку но мы-то сидим по часовочке. Может, будет бай. Ссылов пока нет. Ну, ссылы начнутся даже по часовке где-то вот здесь. Пока что их нет. Окей. Okay. И золото по часовке. Вот такой вот график. Вот так вот золото по часовке двигается, передвигаясь в еще один новый импульс. Вот так вот оставлю. Всем спасибо за внимание. До встречи через 6 часов. Удачи всем.